Наконец-то в описании группы ВК добавил. Но она вообще-то всегда там была, если что. Она всегда была, но просто она теперь подписана там, блять, что теперь здесь Дека. Теперь, когда меня будут спрашивать, Пуки, где Деку найти, я буду говорить, что идите под стрим, там есть ссылка, где Деки. Вот и все. Так. Ковинский. Ебать. Блять, что это серьезно? Это рофл или что, блять? Типа, вы издеваетесь надо мной? Блять, мне на выбор дали три топовые карты. Окей. Ну это, короче, слишком жесткий цветок. Мне что-то подсказывает, на самом деле, вот без шуток. В последнее время цветок подкручен в плане... Вот сколько я его вчера не играл, позавчера, он всегда дает выбор намного труднее, чем раньше. Вот в чем смысл. Это то же самое, как было... с йогом, когда его подкрутили неофициально. Типа, сверхкорень теперь дает какие-то сложный выбор. Не такой легкий, как раньше. С дискордом не очень вышло. Не очень вышло круто, потому что мне там не было просто в нем. Когда сабы всеми добавишь? Скоро, надеюсь, чуваки, скоро. Кару, наверное, дам, почему нет? Скал. Теорит пусть отдает. Зачем ты это сделал, Алекс? Зачем? Он типа заебался ими Думсейером, слышите? Я даже, наверное, думаю, что надо стальную плеть отдавать с фаерболом. Типа, я не могу ему стол отдавать, правильно? Нельзя жадничать. Это важно. Пусть он, ну, в принципе, фаербол у меня бесплатно достался. Пусть сюда портал дает. Не, дам Думсейеру стол, иди нахуй. Пойдет. Так. Хуя. Что это, блядь? Что это такое? Почему мне дали, блядь, два вольта в руку? Бубнового и крестового. Боже, блядь. Пиздец, что? Это не смешно на самом деле. Найс, два вольта. Ебать ты флексишь, дядя. Капа. Это ультракал, сейчас проиграю из-за этого. Норм чем. Впрочем, ничего нового. Бля, иди нахуй, короче. Короче, смысл в том, что надо ДК как можно раньше играть, потому что... Типа, каждый пинг важен. Мы можем из одного пинга проиграть, в общем, смысл. И сейчас пинговать как раз таки время нельзя. Брянт. Блять. Ладно, это не так страшно. Вопрос только, буду ли я вообще дроваться в этой игре. Блять, какой нахуй Мурлок, что это за кал? Пиздец. Бля, ну это... Ладно. Две бесполезные карты сжёг, в принципе, пойдет. Теперь какой-то кал у него вытащить. Блять, это я должен был чекнуть вчера, ну ладно. В принципе, для челика неплохо. Там, скорее всего, антимагия, правильно? Если антимагия, я не хочу тем наведение отдавать. Хочу майндбласт отдать больше. Может быть, даже вольта и смысла дать. Мистрайк какой-то ебаный. Через чага тебя не достучаться. Попробую так. Харган, сейчас я поставлю, сори, дядя. Игра пиздец трудная. На промага всегда. Прям, майнбласт может забрать, типа, узами маны и в итоге меня убить им же, правильно? В принципе, я ничего не могу с этим сделать. Магия.
Мало столов под Леру остается, очень трабл. Самый главный. Ну, в принципе, на фатиг, я на фатиг должен просто выйти. В скобочек мне не надо даже на фатиг выигрывать, мне нужно Леру хорошо раскрутить. Но теперь я не раскручу Леру, я хуево сыграл. Типа я не раскручу теперь Леру нормально, в итоге мне ресурсов не хватит, скорее всего, что выигрывать его, блядь. Ты бы заранее сказал... Ой! Я ничего просто не буду ставить, потому что там остался Поушена, Близзарда, Хиксы и прочий кал. Сука. 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 Я точно знаю, что у него осталось 2 Хекса, Алекстраза. Скорее всего, Медив, которого он не ставит. Возможно, он в 4 картах. Блять, иди нахуй с своими мурлоками, уебок, блять. Что за хуйня? Ну, блять, Сайлент сгорел еще. Ну, что за кал? Это супер плохо. Это ультра плохо, я даже скажу. Я даже скажу больше, это мега плохо, блять. Блять, мега плохо, просто мега плохо. Или ему нужно... Ну, какие-то ролять пылы нужны единичные, по типу с переслэшем. Хотя бы. Почему с переслэш хорош? Потому что банально... Банально теперь он не может сделать флеймстрайк, это самое главное, флеймстрайк пинг. У меня еще остался обжор, типа, под хил, да, но в итоге... Я, возможно, 2 хода не проживу, потому что он сейчас закидает мне фаерболом. Фаербол, фаербол, хоть бы текал, будет неприятно. Не думал залить арты с оформлением группы, а то тут не рассмотреть сильно. Жесткий типок. БТВ жесткий тип. БТВ очень жесткий тип. Почему так? Потому что, чтобы существа не было на столе. Чтобы не осталось существа на столе, которое триггерится под этот. Я проиграл, скорее всего, эту игру, потому что он меня убьет. Найс, мурлоки, блядь, в этом, в маге. Пьяно. Теперь из-за сайленса я не получу лишние 3 хп, из-за того, что сайленс горел. Из-за сайленса я не снял ему сейчас весь блок. Супер плохо. Хотя, наверное, проживу даже. Почему? У меня сейчас фатиг будет на 3. 3-4 это 7, правильно? 24 минус 7 это... Что у нас получается? 17... 24 минус 7 это 17? 17. 17 урона нанести нужно сделать трав. Ему нужно сейчас кидать фаербол плюс пинг и делать фаербол плюс фростбол плюс пинг, чтобы выиграть эту игру. Но вопрос, есть ли у него все это в руке. Да, ему нужно фаербол плюс пинг или фаербол плюс пинг. Короче, ему нужно 2 пинга сделать за 2 хода, чтобы выиграть эту игру ровно на 24. Даже так. Ну все, ГГ, наверное. В итоге сайленса нету, не могу откилиться, еще на... Еще, блять. Ну, блять. Это фаербол, фростболт, это не летал. Типа, one-off. Пиздец. Да, блядь! Yes! Просто что за эпик? Что за эпик? Что это, блядь, за эпик был? Кто это, что за челбас был, блядь, на маге? Это Келесет, блядь, приз. Келесет престом будет потяжелее, на самом деле, побороться с ним будет... Бороться с Келесет Престом будет намного труднее, чем нам кажется, чем вам кажется, чем всем кажется на этой планете. Это Келесет Казакус Приз. Типа, привет. Он в топ-20 играет уже 4 часа, вау. Келесет Казакус Приз, блядь. Келесет Казакус Приз. Я без конца все роняю, я не знаю почему. Когда я не роняю, значит я сосредоточен. Когда я роняю что-то бесконечно, я не сосредоточен. А чувак уже первым делом пошел на twitch.tv/silvername искать мой стрим. Привет, добрый вечер, мы рады новым зрителям, привет. Да иди нахуй. Не, ну... Ну ладно, молчу. Ну нам нужно чистить весь кар, весь кал будет у приста, поэтому возьму ауешку лишнюю, не будет лишней, так всегда. Фаербол.
Мне просадить лейдеку важнее, чем убить сейчас существо в темп. Мне нужно ДК в этой игре найти, лавируем. Value в этой колоде море. Нашел. Да. Почему опять в руке ничего не было, блядь, типа Ocean не успел сжечь, ну ладно. Угу. Так. И чё? И чё теперь? Бля, слышишь, эта мразь отыгрывает от Трамстрайка с Петроглифа. Ну-ну-ну-ну. Рассказывай. True story, расскажи. Ну-ну, давай, начинай. Смайлик Cool Story Боба, в принципе, здесь как никогда подходит. Ну, расскажи. Я мразь, блядь. Типа там сейчас конюк будет, но конь точнее, но ударяться не буду, потому что еще один фильмстрайк есть, вторых... Блять, вы видели, что он знал, блять, что там антимагия, уёбище нахуй. Глиномес, блять. Больше всего не люблю. Больше всего не люблю таких пиздоболов. Ну, расскажи. Да. Расскажи. Хек нужен, метеорит. Ультра пиздобол. Хуесос сыграл от флемстрайка с петроглифа. Хуесос сразу кидает поушен и сразу начинает трейдиться заранее, типа зная, что там антимагия. Вот, в принципе, как один из вариантов. Че, я этих выродков ненавижу, блять, ебаных. Таран-таран-таран-тин-тан. Ууу, блестяшка. Хуесос мать продает за свой, блядь, рейтинг, которого он все равно не заслуживает. Я хейчер, сори. Не обращайте на меня внимания, я люблю порейджить чуть-чуть. Сори, пацаны, привет. Я просто люблю похейтить немного. Меня внимания не обращайте. Такой, какой есть. Он просто хороший игрок, ну да. Хороший игрок, который обыгрывает вообще все просто. И заранее знаешь, что есть антимагия, кидая Dragonfire Potion, не трейдись с этим 1-5. Ну. Не люблю таких, но просто реально не люблю. А могу и не скипнуть. Можно карту хорошую, плиз, пацаны, Blast RNG, хорошую карту. И хорошая карта. Плохая карта. Это плохая карта. Ку всем. Парни, вы потерпите, плиз. По потяге. Полтора месяца ныть я, ну пожалуйста. Ладно. Не буду ныть. Я чё, блядь, собрался? Собрался и побеждать. Нет медива до сих пор, нет ДК, блядь. Как выигрывать? Хардстоун. Серьезно? Серьезно, это дека, блядь, с ДК и раза, и, блядь, это се... Килисет, раза, прист! Где мой ДК, сука? Пожалуйста. Спасибо. Все честно, ДК на ДК. Это раза, килисет, прист. Просто, блядь... Yeah.
Да ладно. Ну это пиздец, типа он делает в итоге... У меня 4 хп, а в итоге он делает... Блять, карту и... Он делает карту и в итоге убивает меня на 4 хп, охуенно. Портал. Ебать! Темп. Это ультрадебик. Ультрадебик. Все, просто пипец. Все, 100% луз, 100% луз. Чувак отдал игру.